Маруся, тебе хорошо под ковриком? Спишь? Укрылась и спишь? Как хорошо, Маруське, да? Лапки вытянула. Приветствую вас, дорогие любители творчества. Добро пожаловать на мой канал. В атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Давно с вами не виделись. Сегодня утро, 5 декабря. Еще не совсем у нас рассвело, только-только начинается день. День у нас морозный. Посмотрите, что творится за окошком. Все белым-бело и холодно. С утра было минус 11, сейчас показывает минус 10. И вообще к концу недели обещают даже до 20 градусов мороза. Вот так вот в декабре такие начались сильные морозы. Я помню, когда мы сюда только приехали, у меня даже есть видео на канале, 1 декабря еще была зеленая трава. Вот так разные, в разные года, разные зимы и разная погода. Практически каждый день идет снег. Я чищу дорожки. Сегодня приехал Алексей Дмитриевич. Сегодня он будет чистить дорожки. Но пока чистить нечего. Все я расчистила. Но это так о делах домашних, хозяйских. Ну, а я к вам не с этим. Я хочу показать, наконец-то довязала я коврик. Коврик из хлопковой пряжи, из хлопкового шнура, вернее, без сердечника. Спонсором был магазин «Нити добра». Найдете, я уже неоднократно оставляла ссылочки на этот магазин. Можно приобрести на Wildberries, на... Так, как всегда у меня не держит камера. Вот, буду пальчиком придерживать. Вот. Наберете просто в поиске «Нить добра» и выйдите на эти магазины. Мне не хватило пряжи на последние 4 ряда. И я покупала, не знаю, как это видно или нет разницу, но вживую, конечно, эта разница немного видна. Видимо, из разных, так сказать, лотов, или, как сказать, в разное время эта пряжа производилась. Вроде бы-то нашла я. У меня не было, к сожалению, артикула, и почему-то мне менеджер не стал отвечать, и я, в общем, на свой, так скажем, глаз, да, искала вот этот оттенок пряжи. Но немножко отличается. В данном случае это, ну, как смотрится, как градиент, что ли. Вот видите, кончики коврика немножко темнее, как бы, да. Это, значит, пряжа, оттенок там называется желтый с черным. Вот это. Ну, и я такую же нашла. Но здесь как-то больше темного цвета, что ли. Больше черного или темно-синего. Как-то так. Но, в общем, все равно результат меня очень-очень порадовал. Значит, в диаметре этот коврик получился 90 сантиметров. 90. Вязала я крючком. Значит, серединку начинала с шестерки. Нет, семерки. Прошу прощения, семерка. Потом перешла, когда вот на вот эту пряжу, она мне показалась немножко тоньше. И я перешла на шестерку. Ну вот, все равно как-то цветопередача, может, потому что искусственное освещение, горят лампы, не передает всей красоты
Он ярче, он намного ярче в, ну, на самом деле. Как ни странно, и вот эта подушечка, связанная мною давным-давным-давно, очень гармонирует с серединкой этого коврика. И получилась вот такая красота. Значит, что по расходу пряжи? По расходу пряжи пошло 10 моточков. Моточки продаются по 2 штуки. Стоят там в размере... Ну, вот я покупала 572 рубля за 2 вот эти моточка. И пошло прям, вот вы знаете, прям впритык. Я сейчас покажу, что у меня осталось. Вот все, что у меня осталось. Вот сейчас передается цветопередача очень хорошо. Я не знаю, с чем это связано. Вот он вот такой вот яркий. Осталось вот такой отрезочек. Здесь буквально пару метров, не больше. Я вообще очень удивлена была. Я думала, мне хватит одного моточка из 2. Но вот один моток идет на 2 ряда. И у меня пошло ровно-ровно 2 мотка на последние 4 ряда недостающие, которые мне оставалось довязать. А весит, значит, этот коврик 2 килограмма 250 грамм. Повторюсь, ушло 10 моточков этой пряжи. Ну, по цене это получается где-то, если брать по 576 рублей за 2 мотка пряжи, может быть, какой-то цвет подешевле, ну, где-то 2500 это себестоимость вот этого коврика. Считайте сами, для кого-то это, наверное, дорого, кто-то скажет, это нормальная цена. Но красота неописуемая, он тяжелый, его не надо фиксировать, как из джута. Вот. Но что хочу сказать, я бы не стала вязать вот этот ковер, здесь 66 рядов, который из джута я вязала, королевский я его назвала, из шнура. Во-первых, он будет очень дорогим. Ну, очень дорого. Я не знаю, сколько мотков шнура понадобится для такого ковра. Но это полбеды. Он еще будет и очень-очень тяжелым. Если этот вот 90 сантиметров весит 2250, то я не представляю, сколько будет вот этот ковер. Поэтому, ну, весить по весу в 66 рядов. Поэтому, если надумаете вязать из шнура, то подбирайте, ну, чтобы коврик был не более там 40 рядов. Вот здесь вот 34 ряда. Если будет больше рядов, то, естественно, и шнура понадобится больше, и будет очень тяжелый. Да, и вязать с каждым рядом коврик из шнура все тяжелее и тяжелее. Мне там писали комментарии: Лена, мы купили джут, а вязать не можем, болят пальцы, болят руки. Я вам что сразу хочу сказать, вы вяжете очень-очень туго, не крючок нужно держать как нож правильно. Ну и, конечно, вязать из джута нелегко. Что хочу сказать по поводу последнего ряда. Прям сделаю акцент на этом. В этом ковре я его изменила. Кто будет вязать, имейте это в виду, что не обязательно вязать по мастер-классу прямо от и до. Включайте вашу фантазию, включайте немножко... Ну, какой-то логики, что ли, я не знаю. Смотрите, как ложатся петли. Я вам сейчас покажу, в чем отличие. Сейчас просто покажу нашу вторую комнату. Вот этот же коврик Улита. Он сейчас лежит вот на втором коврике, который я самостоятельно сделала на бумажной основе.
А вот это есть видео на канале. Ну, видео уже, наверное, года два. Вот. Просто положила, чтобы меньше двигался. И я вам сейчас покажу вот то, что я все-таки довязывала. Здесь последний ряд, 34-й, оставалось у меня немножко джута. Я все-таки сделала обвязку, хотя коврик был уже постиран. И вот сейчас я сниму его и покажу разницу. Ну и там уже вы сами решите, что и как вам нравится больше или не нравится. Здесь тоже лежит ковер Шарм возле нашего камина. Как-то здесь он лучше смотрится. Я открыла эти комнаты после карантина. Здесь у нас, к сожалению, жила больная Луша. Сейчас ее нет. Очень многие спрашивают. Я как-то не стала снимать видео по поводу ее ухода на радугу. Было очень больно. И я просто снимала, вернее, не снимала, а делала запись с этой печальной новостью во вкладке в сообществе, и до сих пор идут комментарии, но, видимо, люди пропустили этот факт и спрашивают, почему мы не видим эту кошечку, вы ее, друзья, не увидите. К сожалению, Луша ушла на радугу 26 октября. Не буду рассказывать подробности, что и как. Все еще болит, все еще больно. Но я к чему? Эти комнаты были закрыты на карантин, потому что она здесь жила. И пока мы не сделали котам прививки, после прививок еще пришлось ждать 10 дней, пока эта прививка усвоится организмом кошек, да, и они, ну, получат как бы иммунитет к этой болезни. Вот, эти комнаты были закрыты, поэтому и этот Шарм вы наблюдали в нашей спальне. Ну, вообще, конечно, он лучше смотрится вот в комнате с камином. Вот здесь вот, мне кажется, прям ему место. Вот такие дела. Да, и эта улита перекочевала вот сюда. Мне кажется, тоже место ей здесь. В спальне, когда лежат все ковры, ну, на мой взгляд, какой-то перебор. Ну, а там, знаете как, я меняю интерьер, меняю текстиль, и меняется как бы сама комната целиком. Ну, давайте возьмем этот коврик. Под ним еще один коврик. В общем, как матрешка. Представляете, Маруська не вылезает. Вот это все время, что я снимаю, рассказываю, уже 13 минут. И Маруся все лежит под этим королевским ковром. Вообще, хочу сказать, я очень люблю этот ковер. Ковер-плед. Я люблю прикорнуть под этим ковром, используя именно как плед. Он очень теплый, мягкий. Был вопрос, не колючий ли джут. Почему-то люди обижались, когда я отвечаю. Причем отвечаю без какого-то там, ну, сарказма, что ли, я не знаю, издевки. Я отвечаю, что я использую этот ковер не голое тело укрываю, а все-таки использую его в одежде. Где меня стали обзывать хамкой, что вы хамите. Я просто спросила, да я вообще не собиралась хамить. Я просто отвечаю, как есть. Почему так люди воспринимают, я не знаю. Конечно же, если использовать этот плед на голое тело, возможно, будет и колоться. Но поскольку это плед, это не одеяло, отвечаю совершенно спокойно, что не колется, если использовать его именно так. Так. Теперь давайте о последнем ряде расскажу, что я изменила. Вот посмотрите, как здесь выглядят вот эти вот зубчики. Они прям вот как будто симметричные, да, без всяких ям. И как выглядит коврик, если вязать по мастер-классу от канала
«Подарок всем», по-моему, так называется канал. Ну, я тоже оставляла ссылку на мастер-класс. Здесь, видите, как? Вот такая вот как бы между вершинками вот такая вот платформа находится, да? Я, во-первых, сюда добавила еще вот это пико по мастер-классу, его нет, но только вот на вот этих уголках, да? И я вообще как бы убрала вот эту вот ложбинку. Ну вот, сейчас я вот так вот положу. Вот так вот выглядит в оригинале, если вязать по мастер-классу. И согласитесь, вот здесь совершенно по-другому выглядит. Я избавилась вот от этой ломаной линии. У меня вершинки идут, просто вот эти вот вершинки, вот этого места нет. Что я здесь сделала? Если вы будете вязать, там обычные столбики без накида вяжутся, но вот здесь вот я эти столбики убрала. Во-первых, обвязывала прям в петли, не под арочки до какого-то момента. Потом под арочку делала столбики и пико, это центр. Здесь опять в тело. А вот здесь я делала 3 воздушные петли. Соединительный столбик, вот где у нас попкорн, вот в этом месте. Опять 3 воздушные петли. 3 столбика в тело, так скажем, да. Потом 2 столбика под арочку, пико, 2 столбика под арочку. Дальше 3 опять столбика в тело воздушных петель. И опять повторяется 3 воздушные петли. Соединительный столбик в вершинку. Теперь уже вот здесь вот, ну, здесь вот попкорн получается, да, элемент. А здесь просто вот сюда. И опять 3 воздушные петли. И таким образом я избавилась вот от этой площадки. То есть там вот получалась ломаная линия, как в том ковре. Здесь у меня просто идут вот такие, ну, как бы, я не знаю, вот такие элементы в виде пирамидок. Избавилась я при помощи вот этих 3 воздушек и соединительной петли вот от этой площадки. Здесь везде провязывались столбики без накида, поэтому четко вырисовывалась вот такая ломаная линия, которая здесь вы, которую вы не наблюдаете. В общем, вот такая красота получается. Как-то больше я перешла на интерьерное вязание. Сейчас подойдем к занавеске макраме. Мне нужно ее закончить. 2 дня были магнитные бури. Я просто в лёжку лежала. Неимоверные головные боли были даже. Звонила дочери, она мне покупала лекарства от мигрени. Просто жуткая мигрень была вообще. И я так поняла, что это не только магнитные бури, это еще мое вот это бесконечное вязание. Я просто вязала без отдыха, без перерыва. И, наверное, вот это постоянное... Одна и та же поза, в которой я находилась при вязании, да, и спровоцировала вот эти мигрени. Видимо, кровообращение было нарушено, сужение сосудов, ну и все, что с этим связано. Поэтому, когда спрашивают о цене ковра, и получается, что это дорого, я сделала вывод, что вообще... Не стоит связываться с вязанием вот таких больших ковров, потому что это чревато, друзья, это очень-очень влияет на ваше здоровье. Я говорю сейчас не преувеличивая, потому что как я пережила вот этот день, я сама испугалась, если честно, такой мигрени у меня просто никогда не было. И
Я это, повторюсь, связываю не только с магнитными бурями, которые атаковали нас с октября месяца и ноябрь весь, и вот теперь декабрь, прям очень часто. Спасалась я, дочь мне купила Нолгизин, называется лекарство, и сначала думали, что это вообще начинается вирус, поскольку у меня еще и кости ломило. Вот, но все-таки оказалась мигрень. Две таблеточки я выпила, на следующий день я встала уже как огурчик, конечно же, слабость, потому что я и всю ночь не спала, и это было очень-очень неприятно и очень больно. И все-таки я это связываю с таким вот просто ненормированным, просто каким-то больным вязанием, я бы это так назвала. Все должно быть в меру, поэтому будьте, пожалуйста, осторожны. Если вяжете, я понимаю, что такое запал, что такое вот прям хочется вязать, вязать и вязать, вот такое какое-то неудержимое вдохновение. Я все это, друзья, прекрасно понимаю, но будьте осторожны, это все очень-очень чревато для вашего здоровья. Это просто мой вам совет, непрошенный, так сказать, совет, но поберегите вашу головушку, ваши суставы и ваши сосуды. Вот. Ну, а сейчас пройдем к макраме, покажу, на каком я этапе. Не сильно продвинулась, но все-таки покажу. Перебазировалась я в свой рабочий кабинет. Все-таки на кухне не очень удобное место. Нужно готовить, нужно пользоваться кухонными шкафами. В общем, неудобно. Поэтому я перешла вот сюда, в более такое интимное место. Здесь ничего не мешает, кухня свободна. Ну, почему сюда не переходила? Потому что эти комнаты были законсервированы, закрыты. А у нас коты, когда... Ну, дверь закрыта, они не любят, да если я еще здесь и буду заниматься макраме, а они там при закрытой двери, то это будет не плетение в наслаждение, а это будет стоять ор, это будут скрестив дверь, портить ее. И, в общем, поэтому я, наверное, и пристроилась на кухне, чтобы, ну, избежать вот этого негатива от котов. Сейчас двери открыты, коты здесь ходят. С замиранием сердца, конечно же, я все еще боюсь. Нужно, ну, чтобы они не заболели, потому что Луша и здесь вот сидела. Я, конечно, здесь все мыла и стирала вот это с хлоркой. Все обрабатывалось, но этот вирус панликопении, он очень-очень... живучий, так скажем, не боится ни мороза, ни воды. Ну, может быть, только температурный режим, там больше 60 градусов, может быть, его убивает. Это очень сложное заболевание, очень тяжелое. В общем, тоже еще один совет. Вакцинируйте ваших питомцев. Мне вчера дочь сказала, что звонок в дверь, открываю. И, значит, говорят, что мы вакцинируем на государственной безоплатной основе. Мы вакцинируем домашних животных от бешенства. В общем, я так поняла, вспышка бешенства. И уже даже ходят по домам и выделены деньги для борьбы вот с этой болезнью. Мы делали прививки, комплексная прививка, там кальцивироз, панликопения, бешенство и еще какая-то болезнь. Вот, у нас стоит эта прививка 800 рублей. Я ради интереса звонила в Москву, но чтобы просто сравнить цены. В Москве стоит 1500, если российская, и 3200 или 3500, если... чешская вакцина. Вот так вот варьируются цены. К нашей Наде едут отовсюду, едут даже из Липецка, из Москвы,
из Питера, потому что очень щадящие цены, ну и врач наша золотющая просто. Врач от Бога. Вот. В общем, вот что у меня получается. Мне этого шнура хватило. Я уже здесь вот начала вязать, ну, в общем, не выдерживаю связать ряд, в общем, довязываю до какого-то места, начинаю следующий ряд, чтобы понять, хватит ли мне вот этой вот длины, которую я отрезала на, ну, приблизительно, потому что занавеска по тому мастер-классу, где я находила, там она длинная, 2,20 высота. Мне такая высота не нужна, и как, ну, как мне сориентироваться и какую нить отрезать, я, естественно, не знала. Резала по 3 метра каждую вот эту полосочку. Повторюсь, что у меня их здесь 150 штук. По мастер-классу там 90 на ширину окна, 1,20 м. Но у меня окно шире, 1,30 м. И, видимо, пряжа немножко другая по толщине, поэтому у меня таких полосок гораздо больше. В общем, буду продолжать. Сейчас вроде-то со здоровьем наладилось. Буду продолжать это все довязывать. Ну и, конечно же, потом вам все покажу. Ну, а на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. Я надеюсь, кто-то вдохновится и свяжет ковер из хлопкового шнура. Если сравнивать, вот еще задержусь на минуточку, если сравнивать, что мне нравится больше, вязание из чего? Из хлопкового шнура или из джута, или из джута и с добавлением какой-то другой пряжи, я однозначно ответить не могу. Мне нравится все. И из шнура, и вот если я добавляю какую-то нить в джут. Вот что бы я не стала сейчас делать, это вязать из чисто из джута. Ну, вот, допустим, как вот этот вот коврик. Все же мне больше нравится джут в смесовке. Во-первых, и вязать легче. В том плане, что не так натирает руки, когда добавляется какая-то пряжа, джут становится гораздо мягче и вязать легче. Ну и из хлопкового шнура тоже получаются красивущие просто вещи. Единственное, что по тяжести он, ну, сложнее вязать, когда уже ковер набирает вес. Тогда сложнее держать в руках, сложнее вертеть и так далее. Так что я не могу сказать вот однозначно, что мне нравится больше. И эта красота мне нравится, и использование как пледа. Естественно, этот ковер нельзя использовать как плед, я имею в виду, из хлопкового шнура. Вот. Но тоже это своеобразная модель. И по красоте ничем не уступает, просто у нее другие функции, не уступает вот этому королевскому ковру. В общем, нравится и то, и то. Главное, чтобы вы нашли свою модель, поняли, что вам нравится больше. Я думаю, что нужно связать и из хлопкового шнура, и из джута, чтобы понять, что же ваше, что вам нравится больше. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.